Дорогие мои друзья, всем привет! С вами Лилия Донскова. В этом ролике я вам покажу, как перевести бонусы другому человеку из личного кабинета. Ну, например, я захожу сейчас в личный свой кабинет, и здесь вот есть бэк-офис. Заходим в бэк-офис. Чтобы в него зайти, нужно ввести свой номер и пароль. Это очень важно, да, всегда проверка идет, иначе не попадете в бэк-офис. Так, и следующий шаг, то есть мы находим здесь вот кнопка меню сбоку, три черточки. Финансы, нажимаем на финансы, и вот здесь вот ищите «Отправить на другой бонусный счет». Вот эта кнопочка, нажимаем, и вот тут, например, мы вводим номер, обновляется, показывает Донскова Валерия, это моя дочь. Здесь мы указываем сумму, но не более, чем вот указано здесь, то есть бонус, например, 100 рублей. И он сразу показывает, что после отправки останется 1499. Нажимаете «Отправить», и в эту же секунду бонусы летят к другому человеку. Для чего нужна эта функция? Сейчас объясню. Например, у вас висит кэшбэк 1000, и вам срочно нужны деньги. Вы сейчас не планируете делать заказ, а деньги вам нужны срочно. Вы кидаете клич в чате: «Ребята, мне нужно вывести 1000». И тот человек, который делает заказ сейчас, ему уже все равно с карты оплачивать. Он вам пишет: «Да, окей, давай я выведу». Вы ему переводите бонусы, то есть вы уже в личке соединяете. Вы ему переводите свои бонусы, 1000, 2 или 3, как вы договоритесь. И он вашими бонусами оплачивает свой заказ, а вам переводит наличные деньги на карту. Но это все в личке решается. Так что используйте вот этот момент. И пока у вас небольшие суммы дохода, вы можете абсолютно спокойно просто брать и не открывать самозанятость, не открывать ИП. Небольшие суммы вы можете частями уже выводить, либо оплачивать ими заказы. То, что очень классно и удобно. Ну что, если это видео полезное, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, а если вы еще не зарегистрировались в компанию Siberian Wellness, welcome в мою команду, ссылка на регистрацию прямо в описании под этим роликом. До встречи, удачи вам!